Учебный год начался, вместе с ним и жаркая пора в работе автоинспекторов. Начало школьного сезона – один из самых опасных периодов. После каникул дети теряют бдительность. Чтобы избежать неприятностей и трагедий на дорогах, сотрудники ГИБДД совместно с детским центром развития «Автогородок» напомнили ученикам сразу нескольких краснодарских школ элементарные правила, которые помогут им сохранить жизнь и здоровье. К занятию подошли творчески, урок безопасности помог провести юный Джек Воробей. Затем свои знания зрители закрепили, разгадывая ребусы. То есть те первоклашечки, которые у нас пошли в школу, они должны знать элементарные правила дорожного движения. Они должны знать, что такое красный, желтый, зеленый на светофорном объекте. Они должны знать, что такое пешеходный переход. Они должны знать, что такое тротуар и что такое проезжая часть. Ну да, узнал. Когда машины едут, горит красный свет для них. Они так стоят, можно переходить дорогу пешеходом. А когда им красный пешеходом, переходить дорогу нельзя, машинам можно. Я раньше думала, что знак «Осторожно, дети» называется «Внимание, дети». А выяснилось то, что «Осторожно, дети». Участникам акции автоинспекторы вручили светоотражатели, которые сделают учеников заметными в темное время суток, а также раздали памятки, где первоклассники нарисуют безопасный маршрут к школе. Добавлю, что с января этого года в Краснодаре произошло 47 аварий с участием детей, 16 из них по вине юных пешеходов.